Хорошие новости пришли с чемпионата России по плаванию, который проходит в Москве в спортивном комплексе «Олимпийский». Золото получил наш земляк, воспитанник оздоровительного центра «Дельфин» Евгений Рылов. Он одержал победу в дистанции 100 метров на спине, показав время в 52,84 секунды. Женя прошел квалификацию для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее, который запланирован на июль этого года. Также наш спортсмен готовится к завтрашнему финалу в дистанции 200 метров на спине. Пожелаем Евгению сил и удачи!